Всем привет! Давненько не виделись. Вот делаю тут ремонт, собираю кухню, херухню. Короче, не было времени вообще никак. Вот сейчас появилась, сразу же записываю видос. Сейчас его замонтирую, по-быстрому закину и пойду на работу дальше работать. Уже на официальную, государственную. Потом приду обратно, буду дальше делать кухню. Короче, времени нет. От слова вообще ни капельки. Короче, ладно, все. Подписались на канал, пока я тут, наверное, все это разглагольствовал, правильно? И теперь продолжаем. Лайк там же в конце. Короче, лишний вес, как похудеть? В общем, я же не голословен, правильно? Я же рассказываю по своему опыту, по личному. Я же скинул 45 килограмм, можно и поделиться, правильно? Вот. Во-первых, короче, всего две вещи надо посчитать. Это сколько мы потребляем, сколько мы расходуем. То есть, короче, съели 1000 калорий, потратили 1000 калорий, вышли в ноль. Не потолстели, не похудели. Съели 1000 калорий, потратили 2000 калорий. Ушли в минус, то есть похудели. Напомню, 8 калорий, 1 грамм жира. Если вы на 800 калорий потратили больше, чем съели, вы скинули 100 грамм веса, жира чистого. Ну, это как бы работает не совсем так, это приблизительные цифры, потому что все-таки там индивидуальные особенности организма, там туда-сюда. Ну, короче, плюс-минус где-то так выходит. 1000 калорий, где-то 150 грамм. Ну, плюс-минус. Ну, не меньше, короче. 150 точно вы спалите. Так вот, теперь что? Стоит такой вопрос. А сколько вот 1000 калорий? Как это? Насколько это реально? То есть в день среднесуточное потребление человека, ну, плюс-минус где-то, если человек весит 80 килограмм, то где-то примерно, где-то 1800 у него потребление калорий. 1600-1800. Это вот вообще норма. Если вы съели не 1800, а 1200, то есть 600 калорий минуса. Но не рекомендую делать минус больше, чем 500 калорий. Ну, потому что так надо. Об этом можно сделать отдельное видео, но просто примите на веру. И, короче, получается, можно лежа на кровати съесть просто на 500 калорий меньше и похудеть там на свои там 50-100 грамм веса. Вот такие дела. А можно съесть все эти 2000, 1800, можно даже 2000 съесть. Но если вы потом пойдете ходить, и вы пройдете 50 тысяч шагов, то все калории, которые вы спалите сверх того вашего, то есть разница, если составит там 3000-4000 калорий, то вы полкилограмма скинете. То есть любыми путями можно этого добиться. Подробнее можно сделать еще одно видео. А на этом все. Расходуйте больше, чем надо. А если хотите набрать, расходуйте меньше, чем съели. Поэтому съели 3000, расходовали 2000 осталось, она уйдет в жир, если хотите набрать массу. Вот такие вот дела. Так что, я думаю, достойно лайка. А на этом я с вами прощаюсь. Буду видео выписывать каждый день. У меня уже целая чековая книжка есть с видео. Короче, буду видео пилить. Уже осталось все это дело только повесить. И шкафчики все. На этом, короче, я прощаюсь. Спасибо за внимание. Пока.